Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня будет не совсем обычное видео, но оно будет также в формате моего канала. Еду я на рыбалку сейчас и, как обещал, покажу вам, где растут тальниковые грибы, так называемые. Как их собирать и как они вообще выглядят. Это остров, видите, протока, тальники, никакого леса здесь нет. Просто остров. Ищите по берегам Амура вот такие вот старые-старые тальники. И вон на них растут тальниковые грибы. Это мои любимые грибы, они очень вкусные. Смотрите это видео до конца, я покажу вам, как их готовить. Вот, видите? Вот они, красавцы. По вкусу они ни на что не похожи. Ну, может быть, ближе к опятам, но не опята. Они имеют свой ярко выраженный вкус, запах. Грибочки обалденно вкусные. Не все их знают, даже кто здесь живет на Дальнем Востоке. Знают в основном рыбаки, охотники про эти грибы. И поэтому насобирать их не особо не составляет никакого труда. Пойду еще поищу вон там. Вроде вон там в кустах далеко метнеются желтые. Их хорошо видно на фоне черных деревьев. Желтыми яркими пятнами они растут. Очень вкусные грибочки. Если грамотно, конечно, их приготовить. О, вон, вижу, ага, есть. О, вон они здоровые, такие хорошие. О, какое-то лесное озеро нашел. Нечаянно. Превратившееся в болото. Уронил. О, вон, видите, растут. Сейчас я их сорву и пойду дальше. На островах тоже можно найти грибы. Фу. Ай-яй-яй-яй. Болото. Опа. Отличные грибочки. Какие красавцы. Вон озеро. Но его следовать мы не будем. Пойдем к лодке. Так, ну, мы еще грибы еще пособираем, пока идем ставить сетки. Вон там еще есть грибы, посвижу. Смотрите, какой прикольный вход в это озеро. Узенькая проточка, а тут разлив. Течение сильное, как на горной речке, блин, протока. Ну все, ребят, едем за грибами. Рыба пускай ловится, а мы будем охотиться, тихой охотой заниматься. Вога. Прелесть собирать тальниковые грибы в том, что их можно ехать вот так вот вдоль берега и смотреть. Как увидел грибы, значит, можно выходить и рвать. Ну вот, на мой взгляд, интересное место. Сейчас выйдем, посмотрим, что здесь есть. Так, ну что, друзья, идем за грибами на острова. Куда двинуть? Идемте туда. Бурелом. По большой воде натащил во всякой дряни. О! О, смотрите, видите? Что-то есть. Грибочки. Собираем. Молоденькие. Хорошенькие. Идем еще посмотрим. Что-то здесь не густо грибов. Еще пару штук нашел. А вот еще есть. Вот они растут. Молоденькие, хорошенькие. О, видно? А, старый какой молоденький. Совсем плохой.
старье. Поедем дальше смотреть. Раз здесь пока нету ничего. Вот такие у нас на Дальнем Востоке есть грибные места. Все, поехали дальше. Поищем еще где-нибудь по пути до дома. Пока здесь нету. Так, ну вот, друзья, вот о чем я и говорю. Видите, вот, практически возле самой воды растут грибочки. Оп. Пойду погляжу еще. Целый лес дремучий, а не остров. Видели, что творится? Дров полно. Грибов не видно. Ладно, двинем дальше. Вон есть, вижу. Вот видите, маленько прошел. Вот грибочки, вот старый. А вон хорошие. Молодые два штуки. Оп. Где так еще можно грибы собирать? Только на Дальнем Востоке, блин. Где людей нету. Ух ты. Какая-то труба. Как он сюда попал, интересно. Так, ну туда в чащу я не полезу. Надо уже ехать домой, уже скоро вечер. Ну вот, ребят. Вот такие вот дальниковые грибы растут у нас. Сейчас пока домой еду, еще пособираю. А потом домой приеду, покажу, что с ними делать. Вон там он еще, вон вижу, грибочки есть. И вон грибочки. Видите? Только собрался уходить. А тут их, вон, оказывается, полно. Вот. Смотрите, врос прям. Один. Оп. Развалился. Чуть-чуть. Ну ничего. Вон еще есть. Смотрите, какой хороший. Маленький. Желтенький. Вон еще один. О, смотрите, какая красота. Вон там еще видел. Растет. Их очень далеко, издалека видать. Хорошо, собирай. О, видите? Ну, короче, грибов много, вы поняли уже, да? Наверное. Ну все, не переключайтесь. Продолжение будет о том, что с ними делать дальше. А я пока подсобираю еще чуть-чуть. И домой. Народ! Вот два буксира прет баржу, груженную золотоносной породой на переработку. У нас тут завод Полиметалл. Добывают золото, вот там в мешках у них нагруженная, концентрированная золотоносная порода. Вот два буксира на еле-еле ползут. Столько там денег везут, очень много. Так, ну вот, друзья. Грибочки, которые я пособирал вчера, вечером пришел домой. Уже было темновато и снять процесс не получилось. Что я с ними сделал дальше? Я их порезал на кусочки небольшие, ну, как обычно, как для еды вы готовите. И просто тщательно промываем. Сначала вода будет темно-коричневого цвета и до того состояния, пока она не станет практически прозрачной. Промываем их, видите, они становятся вот такие вот чистенькие, желтенькие, видите. Теперь просто их сейчас ставлю на печку, жду, когда они закипят. 3-4 минуты кипят они у меня, выключаю печку, промываю холодной водой. И все, грибы готовы. Можно жарить их, можно мариновать, можно варить супы. Очень классно получается уха с этими грибами. Вот я добавляю их в уху. С рыбой сочетаются.
куда угодно. Не знаю, они, эти грибы не дают очень сильной уварки. Вот они какие есть. Вот обычные грибы, если мы такими кусочками порежем и сварим, то они увариваются, но получаются очень мизерные. Вот эти, они не увариваются практически. Очень хрустящие. Вкусные грибы, попробуйте, не пожалеете. Мои это одни из самых моих любимых грибов. Я приравниваю их практически даже к белым. Классные грибочки. Ну все, ребят. Все просто, не бойтесь, кушайте их. Очень вкусно, не пожалеете. Ну все, всем пока. Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Кому не было, никому не интересно, ставьте пальцы вниз, как всегда. Не забывайте подписываться на канал. Ну и самое главное, пишите свои комментарии. Все, всем пока, всем до встречи.